Привет всем, кто настроил свои радиоприемники на частоту вещания радиостанции FM на частоте FM. Ближайшие 4 часа с вами я, Евгений Гагидзе. Моя главная задача сегодня — настроить вас, верных слушателей нашей радиостанции, на как можно более позитивный лад. Делать это я намерен, конечно же, при помощи всеми любимой музыки, причем в большом ее количестве, и, конечно же, при помощи вас самих. Для этого в студии уже работает телефон, при помощи которого вы можете выйти со мной на связь. По традиции в начале эфира я объявляю начало конкурса Uncorrectable Correctable. Условия просты. Прямо сейчас на сайте Radio FM висит написанная наоборот скороговорка «От топота копыт пыль по полю летит». Все, что вам необходимо, дозвониться ко мне сюда в студию, прочитать скороговорку в том виде, в котором вы видите ее на сайте, то есть наоборот. Я ее записываю на рекордер, проигрываю наоборот, получается правильно сказанная скороговорка. А какая она получается, зависит только от вас. Первые 10 дозвонившихся становятся претендентами на выигрыш приза. Сегодня это 2 билета на премьеру нового блокбастера. У нас есть первый претендент. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Федор. Где находитесь, Федор? Нахожусь сейчас в пробке, вот стою, не безвылазно просто. Ничего страшного, Федор, посмотрите в окно своего автомобиля, там замечательный день сегодня, светит солнце. Федор, вы готовы стать претендентом на главный приз сегодня? Да. Окей, тогда я включаю рекордер на запись и слушаю вашу попытку прочтения. Титл юлоп оп лып тыпок. А то под то. Браво, Федор! Пробуем послушать в правильной версии. Ну как вам, вы довольны собой? Да, вполне. Отлично, Федор стал первым претендентом на главный приз дня. Сегодня это 2 билета на премьеру нового блокбастера. Ну что же, а мы с вами, я, Евгений Гагидзе, в студии, и вы, где бы вы ни находились, слушаем музыку. После продолжим конкурс и послушаем о событиях в мире.